О да, всем привет, с вами Макс. Мы продолжаем проходить The Kingdoms of Amalurikonin. И мы идем в Усу. Насколько я знаю, это поселение эльфов. И мне сказали, что я стал играть не из-за того персонажа. Ибо я больше уворачиваюсь, чем, собственно, блокирую, а воин должен блокировать, потому что у него, ну, как сказать, все способности под это заточены. Ибо сейчас мы начнем блокировать. Хорошо. Кстати, у меня новый щит. Я его нашел в одном из эльфов. Ну, это я по дороге. Пока сюда и шел. Сдуру. Нашел я алхимика. И сдуру накупил себе до хрена аптечек. Теперь у меня с ними проблем не будет. Я уверен. Ага. То есть упасть с водопада нельзя. Вот круто. Ну мы уже почти пришли. И тут нельзя, а? Блин, да что такое? Теперь я буду пытаться больше блокировать. Ну, естественно, удары массивных орков. О. Опа. Опа, а хули ты мне сделаешь? Опа. А хули ты мне сделаешь? Опа. А ты чё? Ты говно, понял? Давай. А не, блокировать просто. Тем более таких несерьезных противников-то. Впрочем. Проще простого. Вот это, как я понимаю, вход. Да, выйдите все эти усы. Уса. Ух ты. Классно. Опта, и сразу все поменялось. Красиво, по крайней мере с виду. Вау, ну дизайнеры очень круто поработали над этим. Это именно дизайн, технологически тут ничего особо выдающегося. И ну, блин, дизайном просто респект. Молодцы. Ну, согласитесь, это круто. Это очень красиво. Очень такой спокойный пейзажик. О. Ладно, пошли. А ты кто такой? Та-та-та-та-та-та-та. Это тот дедок, который нам сказал, иди ты нафиг. Тогда как-то в помощи, я его просил о помощи Стуафа, он мне сказал, пошел в жопу. Шрифт. Крутой фонтан. Очень крутой. Еще охрана. Это что? Это что, двери такие? Круто. Наверное, так как в Duke Nukem полоскотать пришлось. О! Предсказатель. Предвестник. Агард. Блин, дай мне свою шаблю. Это такая классная шабля. Шабля! Ну, меня тоже. Мне моя нравится. А это что такое?
типа стол? Или чё? Алтарь какой-то? Или это такой экзекьюшн сейчас будет? Достанет меча какой-то жми пальцем. Ух ты! Ну что-то, короче, делать с моей судьбой. Чувак, мало того, что идиот, так он еще и безумен. И к такому человеку попала власть. Ну, не человек, конечно. Я кое-что новое. Что это означает? Вот ты имеешь силу Бога. Спасибо. Бог решит вашу судьбу. Окей. Короче. В общем-то, война — это мое беспокойство. Ну, ладно, я его остановлю. Круто! А чё? $7,000. Да ты ещё, да ты ваш пе. Да. Что тут хитрость, да? Убеждение может прокачать еще плюс. Я хочу убеждать всех полностью. И что тут с мечом уже все, да? Надо в колдовство вложить. А тут же 6,6, да? Ну, тут еще до 3, пускай будет какое-то новое на говнина. Ну, еще щит до 2 прокачаю, пускай будет. Хе-хе-хе, 28, блядь. А у меня только 18. Охренеть. Ладно. Ружо. Я новый. Хоть клиночек. Это то, что выпало. А тут что? Вот видите, я с дуру понакупал этих лечилок. Блин. Их не так много, как мне казалось, но все равно, блин, все скупил, короче, полностью скупил. О,
Малышка, привет. Я нуждаюсь в твоей поддержке. I couldn't make out half of what the good thing you won't be facing is alone. In fact, I think I've been asking around and I would like to make contact with his superior. He thinks he might be able to all known to go southwest to the Hollow Lands and meet here. You're not the only one on the hunt for you. Octien has spotted you. Ладно, мне надо найти начальника Фаунерс Хьюкса. Ну, того профессора, короче, который меня оживил. Ой. Хорошо. Ай-яй, как меня это выбешивает. Охренеть. Да. Дорожка не близкая. Причем вот тут я был, вот тут меня нагнули. Это я просто и шел вот отсюда и зашел как-то вот сюда, вот в эту локацию. Я там чуть не арпидорили. Чуть не считается, конечно, но это было сложно. Локаций, блин, хватает уж прям как в MMORPG. Ладно, пойдем сюда. Сейчас вы убедитесь в том, что тут мобы нагибают. Или не убедитесь. Из-за моего мастерства, так сказать. А, то есть они не отрезались. Тут было две ведьмы. Очень быстрые, очень сильные. Ну, не сильные, но быстрые. Этого достаточно. Так, я знаю, тут есть горы. Кто? Кому я уже нужен? О! Крыска! Ой, как вас много! Охренеть! Идите его нафиг! Уля-ля! Вот видите, какие они нехорошие там. Жадность меня погубит. Ой, это я зря. Знал, что так будет. Хотя они не сильно бьют-то, но они живучие. Какой-то косой. Ну ладно, беру свои слова назад. Это было несложно. Но чуть-чуть жизни они у меня отняли. Так, где город? Я хочу найти... О-о-о! Город! Я надеюсь. Ой, твою мать! Не верю, это не может быть. Вот, давай попробуем. Блин, да по одному.
Господи. Хотя ладно. Это такая хрень. Ибо я вас сейчас тут положу все. Ой, ты еще умудрился меня зацепить? Короче, пора с кем-то кончать вроде. Главное. Охренеть. Ушатал. А ты кто такой-то? Пасанчика. Ты будешь умереть? Ой. Сильный скотина. Хотя ты, походу, огненный воин. Поэтому я тебя порешил быстро. Но ты не очень сильный. Какие-то вы стрёмные, ребята. Я вас даже в своем озверине еле ушатал. Ну, не еле ушатал, но, блин, это было круто. Это наверняка какой-то инстанс долбанный. Я прав? Ну, не хочу туда идти. Ну, зайду, ладно. Вдруг это город. Это не город. Ладно, если меня тут убьют, будем знать, что сюда не стоит соваться. Харт, я попробую. Ого, как быстро. Ну, как для харда. Это слишком просто. Что, все? Я ради чего сюда и шел? Ну ладно. По крайней мере, оно окупилось. Что ж тут за враги-то? Сюда попасть нельзя. Нет, туда пока не хочу. О! Какая хрень! Опять ты. Я забыл, там нельзя прокатиться. Ничего. Вот порву сейчас как тузик грелку, скотина. Ты меня ударил. Все, готов. О! Тут можно вещички хорошие приодеть. О! Неплохо. Хорошо, идем дальше. Там какой-то срез. Я надеюсь, что наверх я поднимусь. Тут никакого супербатла не будет. Хотя назад дороги уже нет. Я себе ее только что отрезал. Вот, привет. О, почти с одной камбушки. И говно, парень. Так. Хорошо. Мне все больше и больше нравится. Это локация. Офигенно.
броня для вора. Ой, зачарованный сундук. Фу-фу-фу, ненавижу. Легкий. Только я не знаю, как. Ай! Ну ладно. Ну. Двадцать семь. Я не помню, сколько там у моего. Сейчас посмотрим. У моих колец. 36 против 27. Но это тоже ледяная стихия. Да? Да, это тоже ледяная стихия. Но мои все равно круче. Так, хорошо. Двигаемся дальше. Сохраняемся. Пока что не сложим. Ой! Ой, да блин, идиот. Все, буду знать. Смотреть под ноги, смотреть под ноги, смотреть под ноги. Так. Смотреть под ноги. Ой. Ха-ха-ха-ха. Вижу босса. Два. Три. Охренеть. Я походу убью сейчас. Но я постараюсь их порвать. Порвать их полностью. Один из них точно босс. Ой. Ой-ой-ой. Да я почти ж тебя убил, скотина. Ты куда? Давай, давай, давай. Еще один удар. Fuck yeah. Пошел. Ой, ты сволочь. С кристальным молотом. Ой, а ты что так пикуешь-то? Ой. Фу, наконец-то я увернулся от твоей атаки. А ты что пикуешь? Не мешай мне с ним драться. Ты что, пузом меня ударил или что? Вот козёл, а? Всего лишь целый ты. А ничего. Я думал, это босс, это какое-то говно. Ничего, ладно. Опыт он бесценен. Талисман. Ну-ка. Говно. Ну он не говно, он для мага просто. Вау. Я себе походу нашел крутые перчатки. Ну-ка. О, да. Еще и с этого сета. Fuck yeah. Ладно. Мне нравится. Эта локация определенно. Стоп, что тут делает курица? Этот бой был несложный, но... Да ёб твою мать, но... Блин. Я забыл, честное слово. Вот, блин, только появились аптечки, то я их сейчас быстро поприходую. Вот там ещё один. Блин. Ты чё меня заметил? Дебил! Я тут. Блин, сволочь. Блин, сторон. Ай, так нечестно. Пошёл в манду. Скотина, скотина, скотина. Все? Лошара.
будешь делать теперь? Да, ёб твою мать. Оно того явно не стоило. Ну ничего, ладно. Я думал, тут книжка какая-то светящаяся лежала. Не, это просто книжка. Говно. Ладно, это мне в наказание. Не буду аптечку специально использовать. Эта дверь каким, подожди, пожалуйста, скажи мне, пожалуйста, каким нафиг рычагом? А, ху, твою мать, я чуть не обделался. А ты чё тут лежишь? А, всё понятно. Это вот тут я, короче, спрыгнул, вот тут, и пошёл вот туда. Что? Вот и зачислились. Думаю, на этом серию закончу, а следующую продолжим. Уж с выхода. Или сейчас выйду. Ну не суть. В следующей серии мы попытаемся все-таки дойти. Хотя бы до The Walls, вот до этой локации. Там, я слышал, городок должен быть. Но это будет в следующей серии. Всем спасибо, всем пока.